Сьогодні до нашої студії завітав Євген Зіневич, викладач комп'ютерної академії ШАХ, і допоможе нам прокоментувати цю ситуацію. Доброго ранку. Доброе утро. Скажіть, як ви можете прокоментувати взагалі ситуацію, що накладають заборону на відомі соцмережі? Ну, ви знаєте, я сам був удивлен, на самом деле, и обескуражен этой новостью, потому что прочитал ее с утра на одном из изданий, интернет-изданий. Вот, после чего проверил сразу же, конечно же, доступ на страничку, пока что еще не заблокировано. Но я думаю, большое количество людей, это миллионы людей, которые являются пользователями, приблизительно 20 миллионов по счетам организации украинцев, пользуются социальными сетями, в частности ВКонтакте, то есть как бы более популярная молодая сеть, да, для молодежи. И в целом хочу сказать, что, конечно же, вызвало резонанс, недовольство, то есть среди молодежи. И если с точки зрения, знаете, демократических ценностей и в том числе свободы слова, то этот шаг был немножко поспешным. Ну, это на мой взгляд. В этот же момент международная организация Human Rights Watch уже как бы осудила такой поступок, потому что в первую очередь оно как бы ущемляет права на свободу слова. Вот. ВКонтакте, Одноклассники и так далее являются не просто способом общения для людей, тем более за пределами нашей страны, с родственниками и так далее. Это еще очень мощная, большая площадка, рекламная площадка, где люди могут демонстрировать свои возможности, да, предлагать свои услуги, а также просто расти, как молодые начинающие специалисты в отрасли фотографии, музыки, возможно, каких-то видео, съемок, монтажа и так далее, то есть, что непосредственно связано даже с нашим родом деятельности компьютерной, да, компьютерными технологиями. Поэтому я, конечно, отношусь к этому запрету, не скажу, что категорично и фатально сказать, что вот да, это правильно или неправильно, но мне кажется, здесь нужно поступить иначе. То есть любой запрет, он никогда не ведет к консолидации общества. Наоборот, мне кажется, здесь будут какие-то вспышки недовольства, которые со временем будут нарастать и нарастать, что нужно учитывать. Если идет вопрос о безопасности государства, конечно же, я понимаю, что контент в социальных сетях разнообразен. И не исключается наличие именно контента, который ведет действительно какую-то определенную подрывную работу. Здесь можно поступить с точки зрения модерирования, да, модерации информации, использовать людей-модераторов, которые бы фильтровали контент, не давали ему возможности просачиваться или влиять на, то есть, как, на массы людей, на их сознание. Но в том случае, если контент действительно несет угрозу, является... несет в себе оскорбления государственной символики, должностных лиц и так далее. Еще один способ, это, конечно же, через суд доказать непосредственно, да, то есть причастность определенных организаций, либо непосредственно саму организацию ВКонтакте к такой деятельности, это было бы справедливо, и тогда бы, я думаю, большинство людей, которые являются пользователями, восприняли бы эту информацию более спокойно, более адекватно, когда было, продемонстрировали бы людям, что в судебном порядке, да, было доказано, что представляет угрозу даної соціальної сіті. Ну так, я погоджуюсь, буває дуже часто, навіть я сиджу часто і бачу, що ну, йде російські сайти, і я думаю, можливо, краще було б відмінити російські іменно, ну, саме групи якось. Так, я теж так думаю. Бо це, здається, велика травма, особливо для дівчат, у яких там безліч фото, когось документи, ось, наприклад, у мене курсова робота, я не знаю, як її швидко, от як зберегти ці документи і не втратити? Ну, ви знаєте, сохранити документи можна. Я вам так скажу, наверное, якщо теоретично це все можливо. Есть много способов, которые я не могу, конечно, озвучить, в меру того, что они не сказать, что полулегальные, да, но есть возможность написания скриптов, использования отдельных приложений, которые позволяют скачивать, да, информацию в больших объемах, нежели поштучно каждую фотографию. Но давайте будем учитывать, что социальная сеть, она защищена от так называемых ботов, и, соответственно, это сделано для того, чтобы не выкачивали информацию большими объемами в меру определенных там, и авторских прав и так далее –
То есть и рано или поздно пользователь, даже применяя определенные скрипты, он столкнется с таким понятием, как капча, то есть это непосредственно поле, где необходимо подтверждать, что вы не бот, и с определенной периодичностью вам придется в любом случае вводить эти коды. Хотя, если не ошибаюсь, тоже я с этой информацией уже также ознакомливался, да, есть скрипты, и которые позволяют, то есть как бы и обходить даже и капчу непосредственно. Вот. Но рекламировать их я, конечно же, не буду, да. То есть, как бы, я думаю, пользователи при необходимости могут поискать в интернете, в нашем пространстве, то есть возможность найти приложения, которые могут помочь хотя бы часть информации сохранить. Но тут же хотел бы добавить. В принципе, да, обмен информацией в плане, вот как вы мне сказали, курсовая работа, да? То есть, да, это, конечно, очень печально, но большая часть материала, особенно для конкретного человека, пользователя аккаунта ВКонтакте, либо Одноклассников, не имеет значения. То есть большая часть материала, фотографии, видеозаписи, музыкальные файлы, это, я думаю, не самое трагичное, их можно найти везде, где угодно. Личного, ну, согласен, да, я сам люблю слушать музыку, да, ВКонтакте, очень удобно. Вот, но большинство материала личного, да, которое имеет ценность для конкретного пользователя, обычно хранится локально на компьютере, потому что он же его туда и выгружает, в принципе. Но в любом случае, конечно, это очень обидно, и попытки скачать информацию очень быстро в большом объеме, к сожалению, наверное, на данный момент не существует. То есть все-таки есть, будут ограничения, потому что социальные сети защищены. Но есть такой момент, что информация, она в принципе не пропадает. Я думаю, вокруг этой ситуации с ВКонтакте и при влиянии международных организаций, европейской организации, я думаю, этот вопрос господин президент, может быть, еще пересмотрит и сделает определенные выводы. Вот. Информация не пропадет. Если я не ошибаюсь, санкции наложены от 1 года до 3 лет. Но аккаунт определенного пользователя не пропадает. Мы это знаем, да. То есть, даже если человек не пользуется им порядка уже там 2-3 лет, он просто висит в пространстве. То есть ваша информация, по сути, никуда не денется. Вот, потому что ВКонтакте при заключении договора гарантирует сохранение вашей информации, да, то есть, как бы и не имеет без вашего ведома и права, то есть, ее удалять. Вот, вот так. Добре, дякую. І скажіть, а які є альтернативи у контакту? Ну, ви знаєте, альтернативи є, і всі їх знають. Я на правах реклами не буду озвучувати. От, всі прекрасно знають соціальні сети, але я скажу другое. Все эти социальные сети существовали параллельно, да? Вот. Но почему-то выбирали именно ВКонтакте. Значит, в этом есть какой-то смысл.